Друзья мои, всем привет! Очередной нож. Это стандартный ловец снов. Ну, имеется в виду в стандартном размере, но нестандартный по своей контурной геометрии. И так получилось, что нужно тоже нестандартные. В общем, начнем с ножен. Лицевая часть. Стандартная, в принципе, как на всех ловцах. Стандартное тиснение, кожа растительного дубления. Но изначально, в общем, заказчик захотел, чтобы нож можно было носить продольно на ремне. И, в общем, произошло недопонимание такое, что... Ну, в общем, он не сказал, что должно быть универсальным ношение и продольным, и чтобы можно было свободным, на свободном подвесе. Я как-то делал там давно такие ножны. Ну, в общем, мы не поняли друг друга, и пришлось как бы выходить тут оперативно из ситуации. В общем, я сделал съемный подвес, свободный подвес, но он съемный. То есть здесь откручивается ременная стяжка вот эта вот, ну, ремни стягивают такой штукой. Откручивается, петелька вытаскивается, все, и она просто как бы, ну, вот. А сейчас я смотрю, даже теоретически можно будет ее сюда переставить, и будет такое же, как на воробье. Единственное, что на воробье это делается оперативно, раз карабинчиком, то здесь как бы, ну, нож более тяжелый, более мощный, поэтому я не стал карабинчик тут делать. Вот. Поэтому, да, можно эту штуку, здесь хватает места, сюда переставлять и цеплять ее как шлевку за ремень, допустим, если носить как оперативную кобуру, или даже если... да хоть что, короче, можно тоже тут, можно что-нибудь придумать. Вот. Это что касается ножен, вот... Так пришлось сделать по-быстрому. Уже нож был готов, показал заказчику. Он говорит, блин, слушай, надо еще сделать вот такой подвес. Думаю, ну ладно, надо, значит, сделаем. Дальше. Переходим к ножу. Нож ловец снов. Стандартный размер. Это любимый мой размер. Я считаю, что это самый классный размер вообще. Ну, по крайней мере, из ловцов. Сталь N 690 здесь, 62 единицы. Вот такая вот крутая деревяшка. Мозаичный штифт, мозаичная тевлячная трубка, вставка кап клёна стабилизированная, рукоять стабилизированная кап клёна, больстер латунь. Необычная на нем это геометрия рукояти, вот уже окончательная, которая, то есть здесь он идет как на стандартном ловце, дальше на стандартном идет вот такой крючочек здесь, и, ну, для того, чтобы можно было фиксировать, например, вот так вот пальцем, здесь уже так не получится. Вот у этого заказчика есть большой ловец снов, вот он заказал вот такой еще ловец, попросил убрать вот эту вот пяточку. Вот. Ну, в принципе, сначала мне рукоять не понравилась, а сейчас я смотрю, ну, все-таки что-то есть в этой геометрии. Я сделаю шаблон этой рукояти. Если вдруг кому-то из заказчиков захочется что-то такое сделать, ну, повторить эту рукоять, шаблон этой рукояти будет. Вот. Нож я заточил. Ну, тут сведен тонко. Режет очень бодро. Термичка Сергея Бурова. Очень мне нравится его термообработка стали. Вот. И в скором времени, пока не готов сказать, сколько это займет, может, там несколько недель,
В скором времени по ловцам снов будет новость, когда в руках у меня появится уже материал. Я сниму отдельное видео, сейчас пока так, ну, для затравки. Вот по ловцам снов будет определенная новость. Ну все, друзья мои, всем пока. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока.